Ах да, друзья. Ну мы, как вы поняли, мы сюда приехали. Я не знаю, что сегодня будет. Там всякие долбоебы катаются. Всем привет, дорогие друзья. Как вы просили в комментариях, я все-таки вас слушаю, поэтому пишите идеи еще в комменты. Вот тут есть вот это. Ай, долбоёб. Прости, пожалуйста. Тут есть два муравья, вот таких вот. И они сегодня будут играть в Game of Scoot. На 100 рублей играют, я никому не дам. Вы играйте. Все, давайте, скидывайся. Раз, два, три. У меня тут сохнет. Нет, нету. Да. Когда VIP на бар в трапецию. Let's go. Просто бросай на хилу. Ха-ха. Когда борт, бар борт по перили. Yes, sir. Я закажу фронт 50 на вип-набар по футовой. Вау. Позер, сука. Оба треха в этой. Ну давай, согласуем. Похуй, давай. Согласовали, отлично. Хюрикейн на фибзер на дабл хил, походу новый опять. Серёг, Эл! Серёг! Чё, получается... 1-0, да. Гадай. Гадаю, здесь 50-50 барби клип. Пойду бери. Поверхные типа бордслайд, бэклип и бордслайд, бэклип, бар, бэклип вниз. Когда 50-50 на хил на бар. Давай. Да ёпта, я не знаю. Пойдемте на гранки. Я заказывал по готовой гранке. Fake people на fake crooked backside out. Вот это стой, всего две шляпки схавал. Попробую сделать по второй ступеньке таки, по всей. Ребятки, я заказываю себе врага по ноузик и типа спрыгнуть со ступени, короче. Вау! Ту же тему с баром. С баром что-то? А, на жену на бар. Походу. Все. 1-1? Да. В общем, друзья, я гадаю из того, из той стороны квотера, вип-бэклип проскользит в эту сторону квотера. Вау! Ну, друзья, на самом деле, он ждет барспин по часовой и барспин против. Чё это здесь, какую-то хуйню? Попробуй, блядь. Слышь, блядь. Не, ну, не, а где он? Где? Ну, видел такого? Побоим, типа?
ну, в широких штанах, черных кедах такого, ну, большой мальчик такой, у него доска раньше еще. Видел такого? А этого? Левый. Не, он хороший парень. Ну, короче, тронешь меня? Сипи в Краснодар звоню, вот так делаю. Короче, Дадаю наверх фаевого. Не, ну реально, пацаны, Ципа реально, ну, такое трэп-движение устроит. Он фаевого наверх гадает. Реально? Блядь. Ну, ребятушки, пора уже счетик как-то продвигать. Ну, 1-1 пока. В общем, в трапецию пухил на бар. Поехали. Гадаю в этот пролет дабл бар. Все, сядь. Тут отстой. Не, ребят, я, конечно, пару дней назад научился, но я типа не смогу. Счет 2-1, да. А радостный-то какой? Помнишь, что мы назад были? Бар фром борд ротор, пац. Ой-ой-ой. Пошло Гасилова, ну да. Повернулся. Гадаю вниз, бар фром борд получается. Бар-бэ-клип. Ну да. Охуеть. Как сделаешь? Ставлю 1000, то что он не сделает. Если он тупо вниз, типа, то он не сделает. Чувак, Егор 1000 поставил, что ты не сделаешь. Да. Я заказываю ротерхилл в трапецию. Ладно, твоя ставка. Не, мне кажется, некий сделает. Хоть и боится, но он сделает. Я беру экстра шанс. Для вас тут неплохо. Хорош! Вот, это смотрит! Вау! Сделал его! Ты видел в последний момент? Он в последний момент, бар, именно посмотреть. В последний. Кстати, моя эта грань ни разу не скользила. Хорошо скользит? Да, нормально вроде. Барфа его вип. Это блюмбин. Я заказываю в книжечку бар липсил. О! Он именно плюхнулся. Ох, блю! Короче, чуваки, у них счет 2-2, и у ни у кого нет экстра шанса, поэтому такая игра сейчас будет. Я гадаю, опа, трёху, бэклип, вниз по галерее. Блять! Оппозит на люб. А у вас стойки одинаковые? Да. Оппозит на люб, полхил в уголок. Никиточка, друг мой, я тебя очень люблю, и все вот эти вот темки... Что он делает? Ах. Счет. Счет 3-2. Гадаю, вип-бар 200 книжек. Ребята, 3-3, я не умею такой трюк. Давайте еще раз счет туда. Что? Оппозит на люб, full vip DS на хил. Ну как мы сопротивляем. Давай. Вау, чувак. Штанишки испачкал. Блин. Гадаю, с подката по этой перели хил борд на бар. Вау. Чё? Хил борд бар. Охуеть. Я. Чё? 4-3? Заказываю хил гейм борд бэклип вот по рылу. Минус? Это минус. Ну да.
сам это ни разу. Попробую загадать в пролет. Хилтигейт на бар. Чё? Хилтигейт на бар. В пролетку? Да я навряд ли просто сделаю тебе шанс. Шанс. Я лучше бы он сделал, я попробовал, это был бы эпичный концовка, мы бы закончили с ничьей. С ничьей? Нет. Дальше бы играли, алё. 4-4 было бы. О! Ну, бля, ну на самом деле я закажу так. Ну хотя я ни разу так не гадал, это же делать. Давай. Ну там, ладно, похуй, не факт, что я сделаю. По футовой периоде фронт-фибзер на фейки-фибзер. О! Некий, кстати, уровень. Так, давай, да. Чё, пацаны? 4-4. Да. Даю Павловской, Фибзеру по трёху. По перили, ну, по ровной части. Охренеть. Как в начале нашей игры... А, я тебе вставил. В общем, я заказываю портфлайт баклип, барбаклип. Давай. Раньше барба клип, вниз. Барба клип, барба клип вниз. Давайте я попробую загадать то же самое, что Никит. Ну давай снимай. В общем, дорогие друзья, мы с Никитой приняли решение, то что мы сейчас будем делать. Вот один и тот же трюк. Барспин, баклип, барспин, баклип вниз. И как бы кто быстрее сделал, тот победил. Если сделаем за равное количество попыток, то ничья. Давайте. Мы знаем флэйр уже, блядь, и забил. Охуел. Вот. Да они круче придумали. Что? Типа, кто первый сделает бар, баклип, бар, баклип. Вот, блядь. Я первый сделал. Давай. 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 Давай, блядь. То да, ты выиграл. Блядь. Пиздец. У Егора последняя попытка, у тебя, Егор. Модник, сори. Позже. Чё? Все, хоть руки пожмите, блядь. Нормально видос скинул. Да, да, можно на превью, пожалуйста, сразу. Я на превью поставлю. Да, в общем, друзья, вот такой видеоролик получился. Все инстаграмы пацанов будут в описании, обязательно подписывайтесь на них. Ну, а также вот я прикупил себе новую аппаратуру в Питере, поэтому подписывайтесь на мой Twitch канал. Ссылочка тоже будет в описании, и там будут стримчики. Вот. А на этом все. Всем пока, друзья.